Губит людей не пиво, губит людей вода. О, спасибо. Какой позитивный человек с шикарными усами. Да. Ой, как же хорошо. Мне такая борода и усы только снятся. Приветствую вас, зрители канала Бродекс. Как же здорово в летний жаркий день, пока все потеют на работах. Щекотить тебе уши при поцелуях. Зайти в пустой бар и выпить стаканчик другой холодного пива. Но тут самое главное не переусердствовать, а то небольшая пауза превратится в запой. Это да. Вот мне всегда было интересно, а когда же впервые появилось пиво и какое оно было на вкус? Ну что, друзья, давайте это выясним вместе. Отправимся в путешествие по времени. Самые умные из археологов, которые копают глубже всех и которые по маленькой косточке могут понять, кому она принадлежит, как он жил и как умер, заявляют: пиво – древнейший напиток, известный человечеству. Человеки научились варить пиво около 10 тысяч лет назад. Полагают, что пивасик из ячменя древние люди научились делать даже раньше хлеба, который стали выпекать уже из отходов пивоварения. Точное место расположения первой пива... То есть это не пиво, жидкий хлеб, а хлеб это твердое пиво. Вот оно чё! Вот оно чё! А чё, так можно было, да? А мы-то это, то самое, да? Да-да-да. Пивоварни и бара, к сожалению, не найдены. Археологи, алё, я не понял. Хреново работаете. Копайте там глубже, ищите лучше. Зато им стало известно, что около 6 тысячелетий назад между Тигром и Евфратом существовала мощная и во многом загадочная цивилизация шумеров. Они растирали зерна ячменя и спельты в каменных жерновах, заливали их водой, добавляли душистые травы и подвергали это сусло брожению. Спустя некоторое время получался вкусный освежающий напиток, который был отдаленно похож на то, что сейчас мы называем пивом. Пиво шумеров было очень густым и питательным. Оно выполняло важную роль в шумерском обществе. Им даже заведовала отдельная богиня – Нинкаси. В Вавилоне существовали смешанные сорта пива из спельты и ячменя. Кроме того... Зашибись, богиня пива. Вот она сидит, моя богиня пива. Ты меня опередил. Я уж хотел шуткануть на эту тему. Что ты богиня пива? Да. В пиво добавляли различные пряности, дубовую кору, листья деревьев, мед, однако хмель не применялся. Поэтому пиво вавилонян и шумеров имело сладковатый вкус, без привычной для нас хмелевой горечи. Первое пиво пили из больших общих сосудов через длинные соломинки-трубочки, фильтровавшие твердые частички. Бедняки пользовались тростинками, а богатейшие люди заказывали соломинки из золота и серебра. Ну, все как обычно, в общем-то. Инкрустированные... Экологично. Да? Самоцветами. К 1800-м... Из золота и серебра. Инкрустированные самоцветами. К 1800 году до нашей эры пиво стали фильтровать перед подачей. И соломинки вышли из употребления. Из Вавилона пиво распространилось в Древнем Египте. Почему, увидев ее, я вспомнил тот самый мем с Animal Crossing? Точнее, ту персонажку из Animal Crossing. Потому что она вдохновлена Египтом, наверное. Ну да. Как же мне душно и скучно. Надоела эта жара. Ну, что там у тебя? Госпожа, я привез вам кувшин божественного напитка. Он спасет вас от жары и скуки. В Вавилоне его пьют все, и богачи, и бедняки. Что это за теплая кислятина? Стража! Бросьте этого лгуна в яму с крокодилами. Хотя, если охладить, добавить немного специй и пить нормально, а не через эту хрень,
то будет очень даже ничего. Стража, вы скормили этого лгуна крокодилом? Да, госпожа. Отлично. Значит, скажу, что ночью ко мне явился Осирис. Мы с ним немного пошалили, и в благодарность за дивную ночь он даровал мне рецепт этого замечательного целебного напитка. Да, эта сучка Нефертити обзавидуется. Первоначально египтяне покупали пиво в Вавилоне, и постепенно оно завоевало их симпатии. Разумеется, проделав долгий путь по жаре на верблюдах, пиво теряло большую часть своих достоинств. Жителям долины... Ну, как бы да, тут с магазина до дому надо донести, не растрясти. Нила не оставалось ничего другого, как самим освоить его производство. И пиво вскоре стало народным напитком, одним из основных продуктов питания. Древнеегипетское пиво, которое называется хек, было сладким и крепким. И пиво вскоре стало народным напитком, одним из основных продуктов питания. Древнеегипетское пиво, которое называется хек, было сладким и крепким. Египтяне приправляли его мандрагорой, медом и соком фиников. Кроме того, в разные сорта пива добавляли шафран, анис и другие пряности. Изобретение пшеничного пива они приписывали богу Осирису. Особое целебное действие египтяне приписывали и пивной гуще. Ее использовали для различных припарок, а также принимали внутрь. Хотя неудивительно. Чему только не приписывали магические и целебные свойства. И вообще, египтяне считали, что... Бедные носороги, например, до сих пор приписывают. Припарок, а также принимали внутрь. И вообще, египтяне считали, что удовольствие, в том числе и от пива, удлиняет жизнь. А пивовары были в Египте настолько уважаемыми, что фигурки, изображавшие представителей этой профессии, помещали в захоронение. Несмотря на то, что потребление пива в Древнем Египте всегда было велико, ни одному из фараонов на протяжении тысячелетий не пришло в голову облагать производство пива налогами. Первой до этого додумалась знаменитая Клеопатра. А, баба, сама пиво не пила и всем хотела помешать. Она хотела возобновить строительство пирамид, а для этого нужны были деньги. Разумеется, официальной версией была забота о народной трезвости. Где-то мы такое уже слышали, да? Так вот, был введен первый налог на алкогольные напитки. Из Египта... Вот кто нам жизнь испортил, сука! Мы все знаем, чем сухие законы заканчиваются, например. Угу. Пиво попало в Древнюю Грецию и Рим. Госпожа, я привез вам освежающий напиток из Египта. Так я думаю, девушка та же или нет? Но чел точно тот же. Та же. Его все там сейчас пьют, охлажденным и с медом. Из Египта, говоришь? Ну, посмотрим, что там пьют жители этой большой песочницы. Зевс, тебя задери! Что это за вонючая кислятина? Это могут пить только варвары. Ничто не может сравниться с нашим божественным вином. Так вот, из Египта пиво попало в Древнюю Грецию. Но особой популярностью оно там не пользовалось. Греки считали пиво напитком бедняков и варваров. В Древнем Риме пиво считали низким, дурнопахнущим напитком варваров, в отличие от божественного вина. Древний Рим... Да, то место, где готовят вино и пьют его, и тоже может пахнуть не самым лучшим образом. Ничем не лучше пивных. Римский историк Тацит писал, что кельты, германцы, саксы, скифы и фракийцы пьют отвратительное вонючее варево – пиво. Госпожа, госпожа, там варвары с севера напали! Они уже в городе, всех грабят, убивают и насилуют! Ну, наконец-то и в Греции появятся нормальные мужчины, которые интересуются женщинами, а не вот это вот все. А, ну это норм. Быстро пригласи их в дом и доложи, как подобает. Я, походу, уже хорошо так прибухнула вина. А, да похер. Госпожа,
Они уже здесь. Ой, какая прелесть! Как интересно! Дома... У него дреды заплетены. На одежде! Ну, это косички, на самом деле. Больше никого нет. Как интересно! Дома больше никого нет. Кричать и сопротивляться бесполезно. Кому? Ему? Судя по всему. Das ist Dior! Das ist fantastisch! Ты куда? А я? Ну я же лучше пива! Да я заплачу тебе, вернись! Из Египта пиво пришло не только в Грецию, а еще и в Эфиопию, а оттуда на Кавказ. С Кавказа пиво попало и в Европу. Первыми из ячменя, дробленого риса, овса и проса пиво начали делать скифы. Германцы начали изготавливать пиво в 3 веке до новой эры. Да что ж такое? Галлы в 1. Примерно к этому же времени восходит свидетельство римлян об употреблении ирландцами напитка из ячменного солода с травяными добавками. Заменой хмелю служили цветки вереска, молодые побеги ракитника, полынь, ягоды лавра и плюща. Подобные добавки применялись наряду с хмелем и позже. Ко 2 веку новой эры центром пивоварения в Европе становятся германские земли. Известно, что германцы использовали для приготовления пивного сусла все, что им казалось подходящим. Например, дубовую кору, листву ясеня, бычью желчь и даже белину. Что-то, вот бычья желчь мне что-то не нравится в этом. А белина типа лучше, которая еще и психотропные свойства имеет. Тоже не очень. Ну, такие необычные добавки применялись вплоть до наступления эпохи христианства. Более того, некоторое время монахи даже продолжали экспериментировать, используя для приготовления пива можжевельник, чернику и грибы. Из германских земель технологии приготовления пива постепенно распространилась в Англию и Скандинавию, а затем, благодаря экспансии европейской культуры, и по всему миру. По этой причине родиной пива принято считать Германию. Да и своим названием европейское пиво обязано древним германцам. В старонемецком языке для обозначения этого напитка существовало слово «биор», в котором нетрудно узнать современное «бир». Логично. Мужчина и женщина сидят так близко рядом друг с другом. Не. Неправдоподобно, да? Сестра моя, настала пора вкусить нашу скромную трапезу. Да, брат мой. И поблагодарить Бога нашего и Ахинский съезд за то, что у нас есть пиво. Да, сестра моя, ведь пиво – это наш жидкий хлеб. Амен, брат мой. Амен. Кто это мешает трапезничать скромным служителям церкви? Здрасте вам! А у вас найдется минутка поговорить о Боге нашем Одине? Шлем ему, конечно, большеват. Скандинава, да, еще и перекосился. Вальгали! Знаешь, почему он просто без шапочки надет? Поэтому он такой вниз сполз. А, он типа должен быть с этим, с подшлемником, что-то конечно, типа того. Конечно. Ну да, логично, он же, блядь, больно будет. Для амортизации. Минутка, поговорить о Боге нашем Одине и о Вальгале. И для тепла, конечно. Нет! Мютица! Нет! Мютица! Мертвеца? Он сказал. Мертвеца ответ, что ли такое? А, наверное. Он в обычной шапке просто. Пиво! Вот что вы хорошо умеете делать-то, воблы в рясах? Так это пиво варить и Что вы хорошо умеете делать-то, воблы в рясах? Блять, воблы в рясах, чего? Так это пиво варить и золото копить, ах! Ладно, не боись, Вихинг монашку не обидит. Идем.
Да не бойся, на дракаре покатаю. Идем, идем. Бля! Сука. Надеюсь, люди понимают, что эти миниатюры к реальности не имеют никакого отношения. Да. Это просто, так сказать, карикатура на взгляд современный на древность. Да. Викинг монашку не обидит. Ладно, не боись. Викинг монашку не обидит. Викинг? Да не бойся, на дракаре покатаю. Или он сказал викинг? По-моему, он сказал викинг. Не важно, да, ну да. Не важно. На дракаре утащил катать. Хотя в том или ином виде пиво существовало во многих странах с незапамятных времен, именно хмель произвел в пивоварении подлинную революцию. Хмель был известен еще в Древней Руси, откуда вполне возможно и попал в Центральную Европу. Впервые добавлять хмель в пиво попробовали при Карле Великом. Видимо, именно в монастырях возникла и реализовалась идея добавлять в пиво хмель. Монахи, в отличие от ремесленников-пивоваров того времени, вели изыскания системно. Кроме того, они были грамотные и записывали результаты своих опытов. Ну да, полезно, полезно. Сохраняя их для последующих поколений. Монастырское пиво становилось все лучше и лучше, в том числе благодаря хмелю. В Германии хмель ценился настолько высоко, что им даже уплачивали государственные пошлины. В конце концов, монастыри официально получили право заниматься производством и торговлей пивом, превратившись в настоящие центры пивоварения. Появились первые сорта крепкого пива, тогда же родилось выражение «пиво – это жидкий хмель». Пиво было настоящим подарком для монахов, потому что клириканский принцип гласил: жидкость не нарушает поста, а Ахенский церковный съезд признал пиво полезным для здоровья напитком, и даже не просто полезным, но и целебным. В 9 веке пиво было провозглашено священным напитком, в результате чего было регламентировано максимальное количество пива, которое ежедневно могли выпивать монахи. В соответствии с этими правилами, даже в самом нищем монастыре каждый монах получал около 1 литра пива в день, и это не считая полулитра вина. Так. Монахи могут пить... Монахи могут литр пить и пол-литра вина. То есть, значит, 1.5 литра алкоголя можно въебывать каждый день. Все, я... Это не алкоголизм? В богатых монастырях... Ты просто верующий человек, да? Ну, я и так не то чтобы неверующий. Я тоже своего рода монах. А вот это да. Счастливые обладатели могли ежедневно наслаждаться почти тройной дозой этого напитка. Немало монастырей проворачивало неплохой бизнес, торгуя пивом. Пиво того времени уже вполне можно было сравнить с нынешним, однако тогда его варили на открытом воздухе, иногда без добавления хмеля. А дрожжами, вызывающие спиртовое брожение, пользоваться не умели. Брожение протекало, ну как пойдет. В результате иногда появлялось пиво, пена которого быстро оседала, а цвет зависел от компонентов, от солода, мог быть то светлее, то темнее. Надо отметить, что средневековое пиво далеко не всегда было безвредным для здоровья. Входившие в его состав галлюциногенные алкоиды могли вызывать видения, и это служило поводом для множества суеверий. Вплоть до конца 16 века в Европе практиковалось сожжение пивных ведьм. Чего, блин? Которых обвиняли в порче пива. Ой, ладно, а как же дела-то обстояли на Руси с пивом? Ведь мы уже знаем, что хмель, возможно, попал в Европу оттуда. Давайте же заглянем на Русь-матушку. Русь-матушка. Ой. Марфа Васильевна, душа моя! А не выпить ли нам пивка холодного? День-то, ну, не праздничный. Ой, муж, свет очей моих, а можно и пивка холодного выпить? Почему нет? Только знаю я вас. Вас же после пивка в баньку потянет. Ну, так не сам-то пойду. Или кто-то... Таром мзды дать. Вы же меры не знаете. Или кто-таром мзды дать. Вы же меры не знаете. Ой, да ладно, то один раз было. Один раз было, а теперь все время припоминают. А как теперь потомкам объяснять про вашу драку на поле Куликовом? Да придумаем что-нибудь.
скажем, иго было, а мы Русь-матушку защищали. Так что давай, Марфа Васильевна, неси пивка холодного, день-то ну не жаркий. Ой, хорошо. Славянское слово «пиво» происходит от глагола «пить» и первоначально означало любое питье или напиток, и лишь в средневековье стало названием алкогольного напитка. В 9 веке пивоварение наряду с медоварением были широко распространены на землях Руси. Пиво и мед варили все сословия, оба напитка были предметами внутренней и внешней торговли. Есть версия, что ранее в 7 и 8 веках пиво варили из проса и ржи, которые были широко распространены, однако затем пиво все чаще начинает изготавливать из ячменного сола. Пишет Александр Верховный, жрец богини пива Анастасии. Ну да, он еще тот жрец! А ты жрица. Я богиня пива. Угу. Ты богиня жрица. Я богиня пива и картошки жрица. Воды и муки. Понятно, что это не было пивом в современном, привычном нам виде, как и не было единой рецептуры. В 11 веке на Руси стали распространяться питейные заведения, корчмы. Даже устраивались пивные праздники, называемые братчина. Для праздничных обрядов женили пиво, смешивали с медом. Постепенно главными пивоварами на Руси стали монахи. Пиво различали по крепости, от легкого в 2 градуса, среднего, крепкого, до очень крепкого, в котором было около 30 градусов алкоголя. Неплохо. Иностранцы, путешествовавшие по Руси, описывали местное пиво как вкусное, но мутное. В начале 16 века было введено исключительное право казны на варку пива для продажи, и пиво вместе с хлебным вином стали продавать в царевых кабаках. Со временем хлебное вино все больше вытесняло пиво. Для собственного употребления... Ты бы сейчас представил государственные питейные заведения с собственным производством хмельных напитков? Нет. Доход от которых идет в казну государства. А не вот эти всякие ваши акцизы замудренные. Да-да-да. Пошел к государеву кафешку, заплатил своеобразный налог. И бухаешь. И бухаешь. Со временем хлебное вино все больше вытесняло пиво. Для собственного употребления горожане могли варить пиво только в исключительных случаях. Борис Годунов ввел на варку пива возрастной ценз, разрешая варить пиво только старикам. В 17 веке крестьянам разрешалось самим варить пиво, брагу и мед 4 раза в году на праздники. Пасхи, Дмитриевскую субботу, Масленицу и на Рождество. Также пиво разрешалось варить самим к престольному празднику, крестинам и свадьбам. К началу 20 века в Российской империи домашнее производство пива не облагалось никакими налогами и было широко развито среди крестьян. К большим праздникам, особенно местным, деревенским, к свадьбам, крестьяне всегда варили пиво в больших количествах, но опять же только для себя, а не на продажу. Крупные же пивоваренные заводы Российской империи ничем не отличались от европейских, как по методикам производства, так и по выпускаемому пиву. А с началом Первой мировой войны выпуск пива, как и любого алкоголя в Российской империи, был запрещен. Почему я так и думал? Конечно. А монетка потом дальше холодненькая провалилась. Не, сисечки потненькие, она там застряла, прилипла, я тебе говорю. Ну, сисечки... Гарантирую. Не у всех же это как кроты разбегаются под мышки. Ну, если они собраны впереди, то так и будет. И что, они всегда будут там немножко потные? Нет, там просто лифы тут фиксируют. Ну да, в принципе, в лифчик куда-нибудь там закатится. В средние века пиво варили не только монахи. И мы сейчас говорим не про кустарное производство для, так сказать, своих нужд, а для коммерческого производства, для людей на продажу. Помимо монастырей, в средние века стали появляться и муниципальные пивоварни, а пивовары начали объединяться в гильдии и союзы. К 13 веку в Северной Германии варили уже довольно неплохое пиво, причем в больших количествах. В ганзейских городах наблюдался настоящий бум пивоварения. На территории современной Чехии коммерческое пивоварение началось также в 13 веке.
Пиво было основной статьей экспорта и поставлялось во многие страны Европы и даже Средиземноморья. Немецкое пиво пили и в русских городах, Новгороде и Пскове. В обратном направлении ганзейцы везли русский хмельной мед и хмель. В Англии пиво, точнее его разновидность, английский эль, стало главным национальным напитком к концу 14 века. В английских колониях в Америке люди обоих полов и всех возрастов, как правило, во время еды пили пиво. Поскольку импорт пива был слишком дорог, первые поселенцы варили свое собственное из еловых веточек, которые отваривали в воде, а также имбирное пиво. Конечно, в Новом Свете рос дикий хмель, но его было недостаточно, и семена хмеля заказывались для того, чтобы собрать хороший урожай и начать... Что Димон заказал? Это видео, я теперь пиво хочу, желательно какое-то... Медовухи. Сука. За что? Ну, как говорится, заказ произошел, и это как там, видимо, специально с расчетом, чтобы потом на пиво хватило. Да, или указывать в правилах так. При заказе видео про еду, пиво или что-то вкусненькое, дополнительный НДС в виде суммы на пару порций, чтобы хватило, да, стримерам. Да. И семена хмеля заказывались для того, чтобы собрать хороший урожай и начать варить традиционное пиво. Огромную роль в становлении немецкой пивной культуры сыграл принятый в 1516 году баварский закон о строгом соблюдении рецептуры. Да, я порой такой сижу и просто думаю, пиво, такой, так, стоп, там что-то говорят, не отвлекаться. Пиво, да, тоже на это поймал себя. Да, я-то думал, такой, думаю, блин. Такое... Что завтра делать? Слово пиво ласкает небо, да? В 1516 году баварский закон о строгом соблюдении рецептуры пива. Этот закон, названный заповедь чистоты, непреложно устанавливал, что пиво можно варить только из ячменя или ячменного солода, хмеля и чистой воды. Поскольку дрожжи в те времена еще не были известны, процесс брожения оставляли на волю случая. Закон отличался суровостью. Тех, кто разбавлял или подделывал пиво, строго штрафовали, а самых отпетых рецидивистов и вовсе топили в собственном хреновом пиве. Так, я не понял, почему этот закон ушел из жизни? Ну, видимо, кто-то его применил к Балтике, раз она стала нормальное пиво в России продавать. Да, ну, нет, к баночному пиву и прочему это не разыгрывается, а вот ко всяким пивнухам... Разливайки, конечно, это жопа. Это вот, да. Димедрольные разливайки. Заповедь чистоты действует в Германии по сей день и является старейшим действующим законодательным актом в мире, регламентирующим производство продуктов питания. А, то есть у них это еще действует. И защищающим ваши права потребителей. За что мы проливали кровь на полях сражений? Этот негодяй-трактирщик вновь разбавляет пиво! Давайте его утопим! Смерть негодяю! Ну что, эта таверна теперь твоя. Надеюсь, мне тут будут бесплатно наливать пиво. Прошаренный! Следующей важнейшей эпохой в истории пива и пивоварения стал 19 век. Промышленное производство... Я смотрю на него такой и сразу думаю, Англия? Викторианская эпоха. ...позволило стабилизировать технологию и поддерживать качество пива на высоком уровне. То, что мы называем современным пивом, обязано своим рождением, опытом многих поколений пивоваров, а также ряду открытий 19 века. В 1870 году французским ученым Луи Пастером были изучены своенравие и непредсказуемость дрожжей. Он выяснил, что именно дрожжевые грибки преобразуют солодовый сахар в алкоголь и углекислый газ. Другое открытие Пастера – пастеризация, пастеризированное пиво хранится гораздо дольше и хорошо переносит транспортировку. За эти открытия пивовары Германии даже хотели памятник ему поставить. В смысле, а что не поставили? А, между прочим... Мировой же мужик! Между прочим, молочники поставили. Ему? Ну да. А, ну и он, он в принципе... Пастеризация молока. Он в принципе пастеризацию, я так понимаю, изобрел. Прививки от оспы.
А в 1881 году датчанин Эмиль Христиан Хансен впервые получил чистую культуру пивных дрожжей, что открыло перед пивоварами новые возможности, которыми они с блеском воспользовались. В современном мире пиво является самым массовым и популярным алкогольным напитком, не знающим себе равных по объему производства. Так я думаю, кто внимательно смотрел видос, напишите, сколько раз в этом видео в комментах. Напишите, сколько раз в этом видео произнесли слово «пиво». Да, между прочим, у нас есть оправдание, у нас фамилия. Да. Между прочим, с этим всем связано. Солод – очень важная составляющая пива. Да. Производство и разнообразию. Ну, друзья, за разнообразие. Что такое? Разнообразие. Обливается он вечно. Что такое? Что происходит-то? Мужчина! Мужчина, просыпаемся! Вы мне с утра столик занимаете. Зимовна Васильевна! Кто? Да откуда я знаю, с кем ты тут бухал? Ну это жена моя Гречка, хозяйка таверны, она мне всегда наливала бесплатно. Вали отсюда, алкаш, только за пиво мне последнее заплати. Жди, я не алкаш, я историк, я вон друзьям про пиво рассказывал. Историк? Сказочник. Давай вали на кухню к себе домой, там с алкашами трепись. Давай, за пиво. Да мне монашка больше нравилась. Какая монашка? Давай деньги. Да на... Монашка все-таки была другая. Нет, она была. Это она же? Да, это она была монашка. Ну, я имею в виду, я в том смысле, что этими... греческими и прочими другая была, монашкой да, была. Да, конечно, она... господи, Саш. На, на, еще мне пиво принеси, у меня попкорн начинается вечерний. Ну а дальше будет больше. Старайтесь пить и есть много раз. Да. Это важно для изменения мира от пластика. Да, пластик зло. Спасибо за просмотр. И до скорого.